Так, и в общем, ребята, не знаю, я обещал, что сегодня больше ничего делать не буду, но мне не сидится, не лежится. Ctrl-R, вот так сделаем. И теперь посмотрим сверху. Я надеюсь, что вы изменили вот это вот то, что я вам посоветовал. Так, хорошо. И теперь мы сделаем следующее. Вот это подтянем Е. Давайте мы сначала немножко внутрь подтянем. G, вот так сначала, вот так G, вот так G. Так, а теперь вот эти два мы вытянем Е. Вот так. Так, отлично. И вот этих два сверху опять. Теперь другое дело, ребята. Теперь уже я вот спокойно с этим обращаюсь, потому что все ровно. Е. Тянем сюда. Поворачиваем. R. Так. Немножко сужаем. S. Раз. Чудно, слушается. Отлично. Тоже это невозможно было. Так, а теперь мы сделаем так, что мы возьмем сейчас Е, продвинем немножко сюда, вот сюда, да, вот так, и увеличим S, к примеру. Теперь дальше подвинем Е. И вот эти две точки, вот эти вот, мы просто их соединим М. В центре. И потянем опять же сюда G. Вот. Так будет правильно. Я понимаю, так отсюда мы еще будем делать кромку окна. Поэтому все верно. Тут мы справились. Отлично. Ну, что нам еще потребуется? Это, наверное, я попробую так это сделать. Subdivide. Так. И здесь, допустим, если я скажу Subdivide. Так. А мы можем теперь просто вот эти соединить точки и все. У нас будет еще один такой. Можем сверху, если посмотрим вот так сверху, да, семерочку нажмем, то можем вот этот G потянуть так, что он будет посередине, к примеру, да. Вот, сейчас. Вот так. Лучше будет. Так, хорошо. Следующий шаг. Мне бы хотелось уже вот тут начать дверь как-то делать, да, ну-ка. С дверьми вот тут пройтись. Кстати, вот это надо загнуть. G вниз. Вот сюда. И вот эти два. B. Мы тоже вниз опустим. Не-не-не, только вот эти два я хотел. Вот так вот. Вот так. Такой вот взъемчик, да? Ага, хорошо. Ладно. Далее мы с вами сделаем так. Мы возьмем вот эти два. Вернее, да, только возьмем ребра. Вот так. Так. И потянем их. G. Нет, Е. Пока что так. Смотрим сбоку. И опускаем это дело вниз. Вот так. Вот. А теперь вот эту точку мы соединим вот с этой точкой. Скажем F. Все, она соединилась. Как вы понимаете, теперь отсюда мы сможем вытягивать полигоны. Безболезненно. Хорошая подсказочка. Мне нравится.
Единственное, что мы должны их протянуть чуть-чуть G вот сюда. Чтобы она как раз начиналась вот из этой точки. Я так подозреваю, что нам придется, наверное, и вот эту точку сюда. Но она-то здесь стоит. Вот, то есть она здесь уже стоит. То есть это уже было понятно, да? Ну давайте. Ребро. Вот это выделим. Это ребро. Скажем. Е. Вот оно вот так сюда выбралось. Мы, естественно, уходим в кнопки 1 в точке, да, и идем сюда. Так. И здесь мы идем сюда. Там ясно напрашивается нам поперечина. Вот так. После того, как мы возьмем кнопочки, мы ее вот сюда подвинем. Надо было потом это сделать, ну да ладно. Справимся. Смотрим сверху. Семерочку набираем. Где у нас тут она? Так, это надо выбрать. Так, давайте я отойду немножко назад все-таки. Вот это мешать будет. Вот, я выберу вот это, посмотрю сверху и подвину. Вижу тут маленькое несоответствие. Мы ее подвинем. Так, смотрим. И теперь вот тут смотрим, да? Тут явно что у нас требуется теперь. Сейчас. Это сейчас. Ctrl-D. Ctrl-R. Что, она уже сделалась, да? Ага. Тогда мы ее выберем. И смотря прямо в глаза, это начинаем двигать. Ну, где-то вот так, я думаю, будет правильно. Есть. То есть вот она так отошла. Хорошо. Сбоку смотрим. Да, теперь поправляем еще немножко. Тут что-то мы перестарались. И тут перестарались. Так, хорошо. Сколько здесь нам примерно? Штуки 3, наверное, надо. Ну, сейчас подумаем. Ну и чтобы не мучиться, мы сейчас сделаем так. Схитрим. Возьмем вот это ребро. Вот это. И подтянем с помощью Е на самый низ. Вот сюда, допустим, да? Тянули. И говорим, вот эти точки нам надо сразу будет S протянуть вот так вместе. Вот так, 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 так. Где-то вот так, да? И это вот сюда. Прекрасно. А далее у нас очень просто. Мы сейчас возьмем Ctrl-R, вот так, и скажем штуки 3. Так плавнее будет. И теперь все хорошо. Берем здесь точку G, сюда ставим, здесь точка G, сюда ставим, G, сюда ставим. Пока ничего нового, в принципе, я пока, это я все знаю, да? Пока ничего нового я пока еще не получил. Для меня новое это как вот красиво сделать, допустим, здесь прорезь такую. Обозначить двери. Так. Ну вот. Пока так. Поставим. А там завтра с утра.
Завтра с утра мы продолжим с вами со свежими силами, да? Ну, пока так вот. Чувствуете, как медленно идем? Правильно. Чтобы вы могли повторить, и я могу повторить. Так, до завтра.